В Мурманске осадки выпадают сильными зарядами с небольшими передышками. Сегодня и завтра в столице Заполярья самые снежные дни. К среде, вероятно, может нападать до 20 сантиметров. Наиболее интенсивно этот снег будет по северу Мурманской области. И чем южнее мы будем спускаться по территории, тем меньшая вероятность, в принципе, выпадения осадков. Температуры воздуха будут по-зимнему, по-мартовски отрицательными. Дневные часы -1, -6 по области. В ночные часы в прояснениях возможно понижение температуры и ниже -10-15 градусной отметки. По прогнозам синоптиков, первые числа апреля также будут снежными и холодными. Оттепели пока не прогнозируют. В снежные дни госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от поездок по области и проявлять предельную бдительность на городских дорогах. Лада Егорова, Сергей Росюк, ТВ-21+.